Ой, какая благодать. Температура воздуха минус 10 градусов. Я так думаю. А температура воды очень приятная к телу. Ой, как здесь хорошо парочками приезжать. Я здесь... Ой, какая благодать. Уху! Я здесь была с молодым человеком. Ну, с очень молодым. Шучу, конечно. Чуть моложе меня. Опять шучу. Намного моложе меня. Да, в принципе, какая разница, с кем я здесь была и когда. Главное, что атмосфера впечатляет, располагает к отдыху. Ой, вот я в таком халатике коричневом. Вот этот отель. Скамейня Лодж. Да, погодка, конечно, подкачала, но как раз все ведет к тому, что в ресторанчик сходить, посидеть в джакузи. Кстати, еще вот одна на улице, а вторая внутри джакузи. С чего начать? С бассейна или с... Так, наверное, начну с бассейна, а потом пойду на улицу. Как раз девочки ушли, и весь бассейн мой предоставлен мне. Пойду занырну.